С 8 по 9 октября звездопад Дракониды. С 9 часов вечера по московскому времени россияне смогут наблюдать падение яркого потока метеоров – желтого и красного цвета. Разглядеть звездопад смогут жители Новосибирска и западной части России. А прямо сейчас прогноз погоды на неделю. На предстоящей неделе погода в Кузбассе будет неустойчивой и прохладной. Период золотой осени постепенно заканчивается, и природа готовится к зиме. Во вторник Кемеровская область еще будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Днем температура повысится до плюс 11, плюс 16 градусов. Местами небольшие дожди. Температура ночью 0, плюс 5 градусов. В среду станет прохладнее. При прохождении холодного северо-западного ветра с порывами до 14 метров в секунду. В отдельных районах небольшие дожди. Температура днем плюс 9, плюс 14 градусов. Ночью похолодает до минус 3, плюс 2 градусов. И осадки уже в виде дождя и мокрого снега. В четверг местами сохранится небольшой дождь. Юго-западный ветер будет менять направление на южное и усиливаться до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров достигнут отметок плюс 8, плюс 13 градусов. Ночью 0, плюс 5 градусов. В пятницу теплый фронт немного повысит температуру. Днем она будет в пределах плюс 10, плюс 15 градусов. Ночью плюс 1, плюс 6 градусов. По области местами небольшие дожди. Ветер юго-западный.